думаю, что... Надеюсь на Олю, а я знаю, что она очень умеет собираться в нужные моменты. Три вида впереди, и все будет хорошо. И таким образом, с оценкой 18-200 Капранова проигрывает 65 сотых Канаевой. А дальше? Дальше в нашем эфире Симона Пейчева, Болгария. Со счета-то сбился. Восьмая участница и 5 грубых ошибок. Да еще плюс Капранова допустила мелкую ошибку. Это Олимпиада, это накал страстей. Это происходит раз в 4 года. Это безумно сложно. И у каждого из гимнасток, которого мы здесь с вами видим, смотрим, наблюдаем, чувствуем, своя история, как они шли к этой Олимпиаде. Например, Симона через какие-то просто нелепые тернии шла к этой Олимпиаде. И травма, и операция, и что только с ней не было. Поэтому вот она выходит, она понимает, да, это Олимпиада, боже мой. И начинается, эмоции вылазят, нет этого, ну, как это говорится, спокойной головы. А вот то, что, несмотря на год лечения, она все еще первый номер. О чем в большей степени свидетельствует? О том, что она неимоверно талантлива, упорна, или о том, что в Болгарии со сменой худо дело? Нет, там много талантов.